процесс. Чтобы весна быстрее пришла, нам нужно что сделать? Прогнать зиму, чтобы она в конце концов уже выступила свои права. И сделаем мы это с вами сейчас с помощью музыкальных инструментов. Будет, честно говоря, импровизация чистой воды. Значит, за роялем будет Елисей Мысин, который будет играть сочинение Грига в пещере горного короля. Будем слушать очень внимательно, поскольку поначалу музыка вкрадчивая, по характеру очень настороженная, такая достаточно собранная с точки зрения штриха. Ближе к концу динамика увеличивается, и музыкальные инструменты можно играть гораздо громче. Итак, я всех своих лучиков приглашаю к музыкальной коробочке, которую я сейчас вынесу, разобрать музыкальные инструменты, а Елисея, собственно, приглашаю за рояль. Thank you.